Победители молодежного форума «Ритм» начинают реализацию своих проектов. В Центральном округе Омска взяли двор на прокачку. И первой в очереди на благоустройство стала территория у дома номер 3 по улице 21 Амурская. Нас ждут веселые игры, мероприятия, подарки детям, шарики, различные игрушки, аквагрим и многое-многое другое. С вами будут работать аниматоры. С таких слов началось благоустройство. Взрослые взялись за грабли и лопаты. Детвора поспешила к дворовым аттракционам. Очень приятная инициатива. Почаще бы такие проводили. А то живем в грязи, мусоре. И никто ничего не делает. Так что мы очень рады, что нам предложили такое. И с удовольствием вышли всей семьей. Прежде чем приступить к благоустройству, ребята пообщались с жильцами дома. Узнали, что совместными силами они смогут сделать. Жители дома уже установили качели. То есть засыпали песком, разровняли территорию песком. Будут приносить другие качели, будут красить сооружения и ремонтировать объекты на территории. Далее мы отградим, скажем так, дворовую территорию, на которой играют дети, от самостоятельно созданной парковки. Убирать мы ее не будем, поскольку здесь жители сами это решили. То есть, но создадим границу, более четкую границу. Разумеется, это все покрасим, сделаем это с играми, с призами, весело и для себя. Инициативу «Двор на прокачку» заметили на молодежном форуме «Ритм». Стоит отметить, проект получил одобрение главы региона Виктора Назарова, который на встрече с участниками форума заострил внимание на том, что жильцы и сами могут благоустроить свои дворы. Главное – решать проблемы общими силами. Олег вместе со своей командой представил проект. Идея получила одобрение и денежный грант на реализацию. Мы надеемся, что это сегодня вот первая стартовая площадка, но это будет тиражироваться в городе, этому примеру будет постигать каждый двор. Потому что сделанное своими руками, потом оно и по-другому охраняется. Я имею в виду от фактов всевозможного вандализма. И даже сегодняшний дождь, я думаю, этому не помеха, потому что, вы видите, в дождливую погоду даже кисточки не покладаются, а красятся и красятся и красятся. И вот надеемся такими малыми формами охватить наибольшее количество дворов в нашем городе, и не только в городе Омске, но и в районных центрах будем это делать. Ну, сегодняшний пример покажет, будем это тиражировать и развивать. Это первый двор, в котором совместными усилиями сегодня навели порядок, но далеко не последний. Ребята продолжат прокачивать придомовые территории в разных округах города. Похожие проекты уже реализуются в других регионах России. Более благоустроенными уже стали дворы Ростова-на-Дону, Новокузнецка, соседнего Новосибирска. На очереди Омские территории.